Некоторые льготники столкнулись с проблемами при поездках на общественном транспорте. Чаще всего это заблокированная социальная карта, которая сегодня является единственным документом на бесплатный проезд в автобусах и маршрутках. А заблокирована она чаще всего у тех граждан, кто в условиях пандемии не пожелал сделать прививку. Хочется отметить, что в настоящее время ситуация немного стабилизировалась, потому что очень многие жители приняли решение о необходимости вакцинирования. Ситуация эпидемиологическая улучшается. Эти граждане могут обратиться к нам, предоставив специальный QR-код. Мы вносим в базу данных эту информацию, и в течение суток карта гражданина будет разблокирована. Получить льготу на проезд по удостоверению ветеран труда теперь тоже не получится. Для бесплатного проезда в автобусах и маршрутках необходимо предъявить социальную карту. Но, как оказалось, у некоторых ветеранов транспортная льгота в социальной карте отсутствует. Но есть ветераны труда, которые отказались от проезда и получают денежные средства как компенсацию за этот отказ. Так вот, до 1 января текущего года они могли раньше и получать компенсацию, и проехать за 50% в маршрутных такси. Так вот, еще раз повторюсь, с 1 января введены, значит, льготы по бесплатному проезду для всех категорий граждан, поэтому ветеранов труда за 50% уже никто возить не будет. И это, в общем-то, не является нарушением действующего законодательства. Напомним, с 1 января право на бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья имеют пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, дети из многодетных семей и дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца. Дошкольники и студенты могут получить скидку на проезд по карте «Стрелка учащегося». Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».